Приветствую вас всех, друзья. В данном ролике хочу осуществить одну свою давнишнюю идею для самоделки, которая должна будет поддержать заданный при отделке дома стиль или, может, даже дизайн. В общем, посмотрим, что получится в конце работы. Сам я, признаться, впервые буду работать по обработке древесины, поэтому, если что не так, не судите строго, а пишите в комментариях свои советы и, может быть, какие-то рекомендации. Всем приятного просмотра!
Ну что ж, друзья, я свою работу закончил и наслаждаюсь вместе с вами результатом своих трудов. Хотелось бы видеть и от вас реакцию по поводу данной самоделки. Пишите ваше мнение в комментариях, что бы вы, может быть, добавили или изменили в данной конструкции. Мне, как начинающему столяру, интересно будет узнать независимое мнение моих зрителей и подписчиков. Лично мне и моей семье самоделка очень даже зашла. К тому же и по материалам она оказалась очень простой. Кусок дерева, металлическая полоса, круглая стекляшка. И в итоге мы получаем вполне стильную вещь. Надеюсь, вам тоже понравится и кому-нибудь пригодится данная идея. Всем спасибо за просмотр. Пока!